Продолжаем выпуск. Министр образования и науки Шахбаз Шахов провел в Буйнакске на базе профессионального лицея номер 12 выездное совещание. Обсуждали состояние профтехобразовательных учреждений и их возможности в современных условиях. Разговор получился долгий и трудный. Как оказалось, проблем в этой сфере достаточно, однако перемены все же грядут. А вот какие, расскажет Сакинат Малаева. Когда-то в республике было 30 профтехучилищ, теперь осталось всего 17. Но даже из тех, что удалось сохранить, многие на грани вымирания. Проблемы только нарастают. Отсутствует современная производственная база. Никто не изучает спрос той или иной профессии. С 2010 года отменили одноразовое питание для учащихся. В таких условиях сложно идти в ногу со временем. Эти и другие вопросы на встрече с министром поднимали преподаватели профлицеев. Она система не сама по себе, ведь ее же нельзя оторвать от всей политики республики. Она же в ней, как ее можно оторвать? И потом, хотя бы одного покажите организацию, которая сказала, что этот выпускник не специалист. Все говорят абстрактно. Пусть этот предприниматель или завод, где, на каком заводе есть хорошее оборудование, современное, вот сегодня в Дагестане. Да нигде нету. А сегодня ставится вопрос, мы прям уничтожаем, большие деньги на нас уходят. Да посчитайте, на что, сколько уходит денег. Новый приоритетный проект «Просвещенный Дагестан» – это возможность все изменить. Однако пока по результатам осмотра профтехучилищ до кардинальных перемен все еще очень далеко, отметил министр образования Шахбаз Шахов. Очень пассивно работают многие руководители профтехучилищ. Нет собственной инициативы. Вы хотите, чтобы вас поддержали? А каких-то такой самокритики или же там какие-то упущения, и над чем вам самим нужно работать, к сожалению, как правило, дагестанцев это не принято. Особенно у больших начальников, руководителей. Нам очень трудно будет перестраивать, и если мы сегодня соглашаемся с тем, что у нас есть, значит мы глухие, немые, слепые. Коллеги, я очень разочарован, что мы не понимаем, где мы находимся. И пока это мы не поймем, и у нас перспективу видеть лучшего нет. По-новому научились работать единицы. Один из образцовых учреждений – профессиональный лицей номер 12 в Буйнакске. Здесь не все идеально, но все же перемены есть. Изменили внешний вид здания, сделали ремонт, наладили обучение студентов на практике. В этом деле немалую помощь оказали в администрации муниципалитета. Сегодня здесь идет подготовка специалистов по 12 профессиям. Мы корни заинтересованы, все руководство района, чтобы наш лицей выпускал нам хороших специалистов, механизаторов, комбайнеров. Вот недавно мы участвовали, когда они припасели в Нижнем Джумутае. Я с корреспондентом, со своим специалистом агрономом, мы ездили туда. Действительно, студенты, учащиеся СПТУ, работали, и они посеяли озимый ячмень на 100 гектаров. Это для нас очень было приятно. В заключение министр образования напомнил, что тянуть с переменами дальше нельзя. Впереди определение статуса учреждений и выдача лицензий. После совещания на базе лицея состоялся республиканский конкурс профессионального мастерства. Показать свои умения в номинации «Лучший пахарь» приехали студенты разных профтехучилищ. Лучшие были отмечены ценными подарками и грамотами. Сагинат Малаева, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров. Время новостей. Буйнакск.